Вода – источник жизни, но вряд ли кто-то пьет ее из крана без дополнительной очистки. А вот родниковую воду уважают все. Она считается залогом здоровья и молодости. Сегодня жители Ленинского района Чебоксар собрались на торжественное открытие освящения ключа «Хиверский». Инициаторами открытия родника в Ленинском районе стали местные жители. Подземный источник на правом берегу реки Малая Кувшинка был и раньше, говорят люди. Но территория нуждалась в благоустройстве. Это родник давнешний. Говорят, во время войны даже раны промывали у раненых и быстро заживляли, говорят, раны. Вот. Мы сегодня этот тоже собрались сюда освященную воду родниковую взять. Сейчас родник просто не узнать. Подходы к нему хорошо обустроены, да и сама территория имеет ухоженный вид. Вода из него проходит проверку на качество 4 раза в год. Когда весной мы обговаривали, и тогда было принято решение 2 родника в городе Чебоксары благоустроить. Один родник в речном порту, вот следующий сейчас открывается здесь, на улице Хиверской. Действительно, в городе очень хорошая молва, качество воды хорошее, и многие жители сюда ходят, чтобы за водой. И наша задача была действительно этот родник благоустроить. Наша чувашская энергобытовая компания откликнулась и вот вложила средства благоустройства этого родника. За водой на этот родник ежедневно приходят не только местные жители, но и люди с других районов. Теперь посетителей станет еще больше, так как сегодня источник осветили. Вода – это стихия. Вода – это движущая сила. Без воды, говорит, ни туды и ни сюды, даже песня у нас поется. Почему? Я говорю, водовоз. Вода – это очень большая святыня. Если нет воды, мы не можем прожить даже одного дня. Когда человек приобщается к этой святыне, а приобщается к святости, потому что мы освящаем, очищаем эту воду. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика.